О еще одном опыте, который Астана готова перенять у Лондона – работа финансового центра. Британский Сити имеет права городского района с особыми привилегиями. Здесь есть собственная полиция, а монарх может не въехать на территорию Сити без разрешения мэра. На особом положении будет и казахстанский финансовый центр. О всех преференциях и льготах будущего финцентра сенаторам рассказал зампред Нацбанка Казахстана Куат Кожахметов. Создаваемый в казахстанской столице центр, как и его дубайский аналог, будет работать в двух направлениях. Это рынок капиталов и управление активами. В Астане уже просчитали. Будущий центр прежде всего заинтересует бизнесменов Китая, России, стран Центральной Азии и Южного Кавказа. Там очень много будет соответствующих изменений, в том числе там налоговые льготы на 50 лет предполагается. И будут новые предприятия, чтобы он заработал, как все международные финансы, как дубайские, как сингапурские, как гонконгские.